Владыка, благодарю вас, что вы разрешили дать нам это интервью. Я надеюсь, что это нам очень поможет на приходе, и в особенности вот, что это будет в пользу молодежи, которая у нас на приходе. Первый ряд вопросов, которые мы для вас составили, они касаются о началах духовной жизни. И первый вопрос таков. Владыка, с чего нужно начинать или на какой основе мы должны строить духовную жизнь? Чего нужно остерегаться и на что необходимо обращать внимание? Ну, все начинается с регулярного посещения храма, участия в богослужениях. Для этого необходимо, чтобы человек не боялся церковно-славянского языка для тех, кто русскоязычные или, скажем, славянскоязычные. Это не чужой язык, это часть русского языка. И надо помнить, что русский язык нельзя понять, не зная церковно-славянского. Ты никому не сможешь объяснить, почему ты говоришь, что у тебя ухо и уши. Вот объясни, это самые основы церковно-славянского языка. Без них не обойдешься в современном русском языке. Или почему у тебя в автомобиле охладитель, а не охладитель, как было бы по-русски. Да? Такие вещи просто надо знать, чтобы понять свой собственный язык. И это, конечно, необходимо для того, чтобы правильно воспринимать и воспроизводить молитвы. Молитвы – это просто питание для души. Без этого душа просто погибает. Домашняя молитва – это одно, а церковная – это она сильнее. Почему? Потому что это соборная молитва. Всем соборам верующих приносится молитва Бога и Богу. И поэтому мы одинаково оцениваем участие в церковной молитве и в домашней молитве. Самый решающий момент, конечно, это исповедь. Исповедь должна быть регулярная. Так же, как мы не ждем зачастую, чтобы мы обязательно уже активно заболели, чтобы обращаться к домашнему врачу. Мы его посещаем время от времени для проверки. И также с исповедью. Она нам нужна для того, чтобы мы знали, где мы стоим в отношении к Богу, где мы стоим, где наша душа, что в ней происходит. Поэтому регулярная исповедь, особенно для новоначальных, это очень важно, чтобы человек как-то разбирался, мало-мальски разбирался в своей душе. И опытный священник, конечно, ему помогает при этом. Он, человек, который хочет исповедоваться, он это не начинает сам по себе, он получает помощь, естественно, от опытного священника. Вот такие основы. Владыка, сейчас еще есть такая большая проблема, что многие молодые люди оставляют церковь.
как современной молодежи укорениться в православной церкви, когда мы живем в обществе, настолько далекой от православного мировоззрения? Необходимо для любого человека, молодого или престарелого, или старого, осознать, сколько ему необходима жизнь. Без церкви у человека нет жизни. Это просто существование какое-то, которое лишено всякого духовного начала и содержания. Поэтому прежде всего мы это должны осознать. И должны осознать, что у нас есть огромные богатства, которые мы ни в какой другой области жизни не найдем. То, что нам дает церковь, это жемчужина. И мы были бы глупые, если бы выбросили эту жемчужину или обменяли ее за какую-то ерунду. Молодые люди часто поддаются давлению общества. Общество живет, особенно западное общество, живет совсем другими мерками, чем христиане живут. Но это было так с самого начала христианства. Да? Общество жило своим языческим миром, своими языческими представлениями, обычаями и так далее. Христиане были с самого начала люди странные, необычные. И я думаю, что для молодого человека нечего бояться быть странным или необычным. Наоборот, я думаю, это можно ценить. У меня был такой живой случай. Я преподавал закон Божий на приходе, где первый приход, который у меня был. И один мальчик, который регулярно ходил, мне вдруг позвонил и говорит: «Я не хочу, я не приеду сегодня на закон Божий. Я вообще больше не буду приезжать». Я говорю: «А что с тобой случилось?» Мой учитель сказал, что только дураки ходят на закон Божий и верят в Бога. Я ему ответил: «Если ты хочешь быть таким дураком, как твой учитель, тогда оставайся дома. И я буду очень рад, я выиграл целый час сегодня». Он через 5 минут был у меня на пороге. Так что надо только осознать, что ты говоришь, с кем ты говоришь, о чем ты говоришь. Да? Действительно, вот это общество, которое лишено веры, оно очень бедное, крайне бедное. Да? И держится каких-то... Ну, чего они держатся? Джинсов, или, ну, причем покупают уже порванные, да, специально для этого порванные, как будто это какой-то шик, да. Раньше такие выбрасывали, теперь покупают их. Ну, какой бред, да. Постимся мы, немножко неудобно бывает, да, но я очень много времени лечу в самолете, и... Я заказываю себе вегетарианскую еду. Нет никакой проблемы. Я ее получаю. Это все постное. Да? Ну, может быть, елеем в такие дни, когда не надо елеем, но это уже Бог с ним. Да? Люди заказывают себе кошерное или индусское какое-то. Все можно получать. Да? Даже в университете, в общественной трапезной, ты получаешь разные вещи, и в больнице, и так далее. Да? Почему мы должны быть каким-то исключением, который не смеет придерживаться своих правил? Ты посмотри, когда в Израиле, да, даже государственная авиакомпания в субботу не летит. Просто не летит, да, не работает. И баста, на этом живет все государство, и никто не жалуется, никто не возмущается, все нормально. Почему мы, христиане,
не можем соблюдать свой воскресный день. Можем спокойно, да, в обществе все возможно, да. И можно быть уверенным, что за последние десятилетия я жил в такое время, когда суббота была рабочий день, да. За последние десятилетия именно эти евреи добились того, чтобы суббота была тоже почти выходной день, да. Они, во всяком случае, в школу не ходят и так далее, и так далее. Да? Даже если они живут в наших западных государствах. Почему мы должны всегда отступать? Нет причины для этого. Никакой. Мы можем тоже быть гордыми тем, что мы имеем огромную культуру, которая создана именно в церковном амбиенте. И который мы можем основывать свою жизнь в любом государстве. Владыка, есть еще такое искушение. Я не знаю, как в Германии, но в Дании обычно искушают молодых людей работать по воскресным дням, поскольку утраивают зарплату или удваивают. Угу. Как к этому относиться? Ну, это, конечно, искушение мамоном, если Господь четко говорит о том, кто, что человек не может служить Богу и мамону одновременно, то все уже сказано, да? Так что я думаю, что никто из нас не настолько бедный, что он обязательно должен тройную плату получать. Достаточно, если получая основную, то, что надо, да? И я думаю, в основном люди могут жить без этого. Могут быть отдельные случаи, да. Например, сантехник или там санитар, я имею в виду, больница, врач, да, он будет вынужден работать в воскресенье. Но для него это не грех, он же помогает другим, да. Но на других работах, где ты имеешь выбор, там, конечно, не надо соглашаться на это. Владыка, вы уже практически ответили на последний вопрос о началах духовной жизни, но я его все-таки задам, потому что с другого ракурса он задан. Дело в том, что светское общество постоянно влияет на нас своими аргументами против церкви, и много примеров, когда коллеги по работе или одногруппники по учебе считают православных людей недалекими, отсталыми и странными. Как нам вооружиться против такого влияния, чтобы мы сами не пали под давлением, отделяя себя от церкви? Как вообще можно построить духовную жизнь в таком обществе сейчас? Если мы не почитаем ценности, которые мы унаследовали, то, конечно, мы будем странными и отсталыми и все прочее. Да? Но если мы понимаем, какая ценность во всем, что мы получили от отцов, то мы совсем, наоборот, мы будем не отсталыми, а передовыми. Мы должны учитывать, что вся наша культура построена на церковных началах. И мы не можем от этого избегать. Просто даже если совершенно неверующий или считающий себя неверующим человек говорит, что он хочет с тобой встретиться в воскресенье, он исповедует Христа, потому что Христос воскрес. А откуда это слово в нашем языке? Да? И в большинстве западных языков это так, да? Это день Господень. И от чего я хочу убегать? Нечего убегать. Принять свою культуру, осознать ее значение, ее глубину, понять Достоевского. Да? Ты не можешь понять Достоевского без веры. Да? Тогда это будет пустая книга, да? Какие-то внешние действия. Но именно здесь мы видим, как сам и этот писатель, и другие обосновывали свои действия
свое мышление на церковном. И я уже сказал, что регулярная исповедь – это основа, которая необходима для того, чтобы и осознать ценность веры. Потому что мы видим совершенно наглядно в таких странах, где уже давно нету исповеди, то есть фактически на всем Западе, люди бегают к психиатрам, да? И заболевают еще хуже, да? Потому что у них нет настоящей основы. Да? Основа может быть только в вере во Христа воскресшего. И поэтому мы должны это ценить. И самим, конечно, потрудиться. Это без труда не получается. Но без борьбы нет победы. А мы хотим победить врага. Врага нашего спасения, который старается нас увлечь оттуда. И поэтому мы не смеем бояться, мы не смеем стыдиться, чего нечего стыдиться. Да? У нас именно такая основа духовная, которая нам дается через исповедь, через покаяние, через таинство церкви, что мы только на этой основе можем по-настоящему оставаться здоровыми. А без этого непременно заболеваем. Да? Непременно. Это неизбежно. Потому что человек без корней, он не может, как мы, каждый маломальски образованный человек понимает, что ты не можешь посадить дерево, если оно не имеет никаких корней. А человек без корней еще хуже, чем дерево. Да? Из дерева хотя бы можно еще делать какие-то доски, а из человека ничего не сделаешь, да, когда он не имеет корней. И это наши корни, это все наше богатство именно в этом, что мы черпаем из опыта, многовекового опыта церкви. Опыт церкви не начинается только в Новом Завете, он доходит до глубины Ветхого Завета. Да? Весь этот опыт передается нам через таинство церкви, через исповедь, покаяние, через причастие. Да? Это все такой опыт, который нам передается, и за это не надо много трудиться, но немножко надо потрудиться. Да? И это в нашей ежедневной жизни естественно, что мы этим занимаемся. Поэтому надо тоже выделять какое-то время для молитвы. Часто люди утверждают, что у них нет времени, чтобы молиться. Я жил в миру 33 года. Я знаю, что такое мирская жизнь. Я работал, и я знаю, какие трудности бывают. Но я сам установил на своем опыте, на опыте многих других, что вещи, которые я должен делать для общества или для своего дальнейшего продвижения в мире, я их сделаю гораздо быстрее и сосредоточеннее, если я молюсь. Я на своей работе, я преподавал в университете, я просто имел эту возможность. Я вставал каждый ровный час, и я просто, у меня там был будильник, каждый ровный час я вставал и делал 10-15 поклонов с Иисусовой молитвой. И потом опять садился и делал дальше. И я видел, что мысль, я работал на исследовательской работе, да, что мысль, которую я где-то в зачаточной форме, может быть, уже имел до молитвы, она после молитвы гораздо легче развивается, поддается дальнейшей обработке, чем без этого.
Потому что если бы я просто все время сидел и думал об этом, я бы где-то пошел каким-то узким путем. А тут у меня расширяется мысль. Да? И это во многих областях жизни можно проводить. Я понимаю, что не во всех. Да? Но то же самое касается поста. Когда я приехал уже архиереем на кафедру, и часто я был один, священника не было, я исповедовал. В субботу или пятницу, первой седмицы Великого Поста, приходит и она говорит: я в среду пила воду. Ну, я пожал плечами и думал, ну и что? Ну, она поняла, что я недопонял. Я в это время еще достаточно владел греческим. Я думал, что все-таки я понимаю, что она говорит, но не совсем. И я говорю, я переспрашиваю. Я говорю, вы хотите сказать, что вы кроме воды ничего не пили? И то все, конечно, она говорит. И она работала на фабрике на очень тяжелой работе. Да? Для нее это было естественно. Да и вопросы не... Да, это она считала, поэтому я не раскрываю тайну исповеди. Но я ее переспрашивал именно поэтому, потому что я был шокирован. Я бы не смел, я могу поститься, но без воды нельзя. Просто это нельзя допускать даже. Да? Но для нее это было естественно. И так, что человек, который хочет, он может очень многое. Поэтому эти байки, что я вроде не могу, это просто неприемлемо. Человек, если хочет, он может. Но в основном люди извиняются, что они не могут, потому что они не хотят пробовать даже. У меня была одна прихожанка, которая в 60 или с лишним лет пришла ко мне сияющая в конце поста. Говорит: владыка, я первый раз в жизни по-настоящему постилась. Да? Вот человек радовался, потому что она поняла, насколько это обогащает. И очень многие, конечно, я понимаю, что есть люди больные, которым я и запрещаю поститься и так далее, но телом человек может все это и молитву, и пост выдержать. Причем пост без молитвы бессмысленный, это просто гимнастика какая-то, которая никому не нужна. Да? Пост совершается ради молитвы, ради того, чтобы молитва была более прямая, чистая, от всякой примеси. И поэтому мы должны понять, насколько эти вещи между собой связаны, что мы не вегетарианцы какие-то, которые какой-то идеологии не принимают определенную пищу, но мы это делаем ради Христа, ради своего сердца. Не ради пуза, а ради сердца, да? Чтобы сердце действительно могло чистой совестью произносить все оттенки молитвы святого Ефрема Сирина, которую мы часто читаем во время поста. Но я часто и говорю, что ее можно читать в любое время года. Особенно только в Великим постом мы настраиваемся на весь год, чтобы как-то получать тот багаж, который нам нужен, чтобы проходить весь текущий год. Вот такие первые мои мысли по этому поводу. Владыка, прошу прощения, у меня просто возник такой дополнительный вопрос. А может ли человек самостоятельно брать на себя такие подвиги без руководства опытного духовника? Нет, никак. Наоборот, это обычно кончается прелестью или и физическим заболеванием. Да. Я встречал именно на Афоне бывало так, что люди приезжали, которые
сами начали какие-то подвиги и потом просто оказались или с пороком сердца, или просто заболевали психически. Да. Это нельзя. Надо иметь руководство, которое дает любой священник. Да. Тогда, я думаю, мы перейдем к следующей теме. И она касается активности в приходской жизни и в домашней среде молодежи в первую очередь. И первый вопрос таков. Как можно распознать, происходит ли наша активность в церкви на разумной почве, то есть на смирении, или же на неразумной, на гордости? И как избегать неразумную ревность к приходской работе? Ну, во-первых, я должен рассчитывать, какие у меня силы и какое у меня время. Это один из талантов, который мне нужен для того, чтобы совершать любое дело. Я имею свои, любой человек имеет свои обязанности перед обществом, перед семьей, перед ближними и так далее. Да? И он должен разумно рассчитывать, насколько его стремление к Богу укладывается в эти рамки, чтобы это и было равновесие, чтобы не одно подчинялось другому, а чтобы было равновесие, которое создает здоровую внутреннюю духовную атмосферу. И при этом он должен рассчитывать свои силы, в том числе то время, которым он располагает, и средства, которые ему нужны для этого и так далее. Да? Все оттенки, как в Евангелии сказано, что человек, который готовится к войне, он должен рассчитывать, какие у него, сколько у него войска, может ли он справиться с противником или нет. Да? И так это нормальный расчет, который я должен делать перед любым делом. И здесь я знаю, что духовная жизнь нужна, но я, имея свои определенные ответственности и обязанности в миру, я должен это высчитывать, насколько это может друг другу, не мешая, но наоборот, поддерживая, дать правильную основу. Часто бывает еще такое искушение, что если, скажем, священник просит одного прихожанина помочь после службы чего-то прибрать, то потом человек потом зажигается гордостью. Как от нее избавиться? Как с нее бороться? Как ее распознавать, прежде чем она воспламеняется? Если я всегда помню слова, которые произносятся каждый раз, когда выносится чаша, и люди ждут причастия, там сказано, что из грешников, из коих первый есть ас. Все ясно. Больше можно ни о чем не думать. Да? Я делаю из больших возможностей, которые Господь мне дает, я использую самую маленькую часть и возвращаю Богу то, что Он мне дает. Да? Поэтому тут нет никакой основы для гордыни, не должна быть. Мы имеем большие таланты, и многие из нас даже не знают, какие таланты у них есть. И мы недостаточно углубляемся в свое сердце, чтобы их изучать. И могли бы делать гораздо больше. Но мы делаем самое необходимое. Да? Как можно поддерживать свою активность дома, то есть духовную активность, когда нападает лень и трудно себя заставить молиться? Надо себе в таком случае говорить, что я еще не дорос
до настоящей молитвы. Человек, который знает, насколько настоящая молитва ценна, насколько она сладка, как говорят, то он еще только в какой-то начальной стадии. И, однако, может себе спокойно об этом и говорить, что буду дальше трудиться, чтобы именно дорасти до того, чтобы оценить, правильно оценить значение молитвы. Потом есть еще такая тема, которая волнует очень многих, и это касается работы, учебы и, опять же, домашней молитвы. И вопросы таковы: как можно соединять свою учебу и работу с христианской жизнью в церкви, когда они отбирают столько сил, что не остается сил ни на что после рабочего дня? Опять-таки, тут надо взвешивать, какие приоритеты мы ставим в своей жизни. Действительно, у многим кажется, что вечером, когда они возвращаются с работы, у них нет сил. На самом деле, мы знаем по опыту, человек садится, читает какой-то журнальчик или открывает телевизор, и он может там сидеть еще 5 часов спокойно, да? Даже не засыпая. Я бы засыпал там, но люди не засыпают. И поэтому, если я буду правильно подходить и рассчитывать свои силы, то я ложусь на 5 минут, на 10 минут, сколько кому нужно, да? Чтобы это не было сразу уже ночной сон. Ложусь, чтобы отдохнуть. И после этого отдыха я начну заниматься своими делами, да? Действительно, если мы делаем все одним куском, от работы прямо переходим на какие-то другие занятия и так далее, тогда это будет утомительно. Да? Но время от времени нам нужна какая-то передышка. И когда мы сознательно ее устраиваем, с целью тогда после этого дальше заниматься чем-то полезным, тогда мы можем это спокойно делать. Есть еще вопрос, который примыкает очень близко к первому вопросу, и это то, как бы, что делать со стыдом и отчаянием, когда человек чувствует себя настолько исчерпанным и изможденным, можно сказать, что не хватает сил молиться, поститься, даже посещать богослужение и читать Священное Писание. Я думаю, в основном это зависит от того, как он относится ко всем этим действиям. Если он знает, что молитва ему помогает, тогда он никогда не будет считать себя не в силах совершать ее. Как я сказал, если человек правильно устраивает свое время, выделяет каждому пункту в своей повестке определенное время, тогда это не должно случиться. Может, конечно, в исключительных случаях случиться, что человек действительно приходит совершенно изможденным, но тогда он должен отдыхать. Это, тут нет вопроса. Да? Но это не, если мы допускаем, что такое состояние делается постоянным, тогда что-то не в порядке. Да? Тогда, может быть, мы не на той работе. Хотя я признаю, что для многих это не от них зависит. Да? Но с другой стороны, многие имеют возможность поменять работу. Да? Человек, скажем, православный, который ценит свою принадлежность к церкви, он сознательно будет выбирать
место жительства в соответствии с тем, где находится церковь. Да? Если я в Дании хочу ходить в церковь, я знаю, что она только в таком или другом месте, а не на каком-то острове. Да? Там я разве могу построить свою церковь, но тогда и богослужения, вероятно, не так часто будут. И поэтому мне легче ориентироваться по местонахождению храма. И так во всем я выбираю свою работу по возможности. Я говорю, опять-таки, есть такие моменты в жизни, где это не дается такой возможности. Да? С этим надо считаться, и это надо, однако, рассматривать как временное положение, из которого я постараюсь любым средством выйти. Владыка, есть еще такие специфические профессии, которые требуют такие тоже специфические вещи от своих работников. К примеру, вот в медицине есть суточное дежурство, то есть 24 часа работают, потом смена. Есть еще сфера, скажем, бизнеса, где постоянно конкуренция, и как бы постоянно нужно направляться на то, чтобы пробиваться куда-то. Как можно православному христианину вот находиться в такой среде и в такой обстановке, и можно ли молиться во время работы? Очень многие виды работы допускают, что человек молится одновременно с работой. Сюда относятся прежде всего все механические работы. Да? Человек может подметать улицу, может спокойно молиться, может быть спокойнее всех остальных. Да? Человек должен делать какие-то, даже, скажем, врач, делает какие-то механические вещи, к которым он привык давно, знает их, без того, чтобы особенно задумываться, может молиться. Если человек занимается научно-исследовательской работой, как я сказал, можно останавливать эту работу где-то пару минут. Да? Это настолько разрыхляет атмосферу, что человек понимает, что без этого он не должен жить. Да? То есть, действительно, скажем, хозяйки или матери, которые имеют маленьких детей, они могут и вслух молиться, когда ребенок там играет или кричит, или что. Да? Наоборот, я видел, буквально видел, как ребенок орал. Когда мать взялась за молитву, ребенок успокоился. Да? Сам присутствовал при таких случаях. И поэтому мы не должны думать, что это только для специалистов. Нет. Все мы можем уделять молитве гораздо больше времени, чем нам кажется на первый взгляд. За рулем сидишь. Едешь на трамвае, на работу. Все это время можно использовать для молитвы. Да? Читать особенно обычно не дается. А Иисусова молитву Пресвятой Богородице можно в любом месте и в любой обстановке. Да? И даже присутствуя на каких-то мероприятиях, как часто бывает, что я должен присутствовать на каких-то общественных мероприятиях. Я молюсь. Без этого я бы давно погиб просто на этих мероприятиях. Да. Так что здесь воля человека, если она настроена к тому, чтобы использовать время, она найдет возможность. Теперь такая тоже очень важная тема. У нас темы все важные, очень, но это касается вот в особенности сейчас современной жизни, и это наши внешние влиятельные факторы, которыми являются телефоны, интернет, компьютеры, телевизоры и того подобного.
И, Владыка, сейчас наблюдаются очень такие серьезные проблемы в связи с этими вещами и в особенности с зависимостью от множества видов новых технологий, как мобильные телефоны, компьютеры и так далее. И у нас такой вопрос к вам. Влияют ли эти вещи на духовную жизнь человека и как нужно православному христианину отнестись к этому? Я всегда чувствую, что все эти средства мне даны на помощь, а не на разруху. Очень часто люди просто теряют и время, и свое лицо в зависимости от таких средств. Они технические средства, которые все имеют кнопку, которую можно выключать. Да? К сожалению, очень многие видят только кнопку, которую можно включать. И забывают, что об этом также можно и пользоваться в обратном направлении. И если я знаю свою иерархию ценностей, тогда я знаю, что я посвящаю этому делу полчаса или час, а потом перейду на что-то другое. А если я буду все время только в напряжении, ставлю себя рабом этого какого-то средства, тогда, конечно, я уже не свободный человек. А свою свободу я очень люблю и ценю, поэтому я не смею я от нее отказаться. Да? То есть, опять, воля человека должна себе подчинить все, а не наоборот, себя подчинить. Да? Это очень важно, чтобы мы видели, какую роль эти средства, технические средства, которые нам даются, какую роль они должны играть в нашей жизни. Поэтому тут опять-таки, да, я тоже настаиваю на том, вот иди вниз в свечной завод, монахи молятся во время работы, да, вслух даже, или в нашем женском монастыре, они шьют, вышивают, они молятся в это время. Иногда есть такие работы, конечно, где это невозможно, или где надо просто какими-то рывками молиться. Но тем не менее мы можем все это себе подчинить и правильное сохранять правильные отношения. Владычествующие. Вот Господь нас поставил владеть, господствовать, а не рабствовать. Да? Когда Господь создал человека, он ему поручил владеть всей Вселенной, всей тварью, давать имена твари. Это именно владычествующее начало. И мы не смеем отказаться от этого. То есть, если мы пребываем в зависимости от каких-либо вещей, то мы отказываемся? Да. Мы как-то говорили на наших молодежных встречах в Копенгагене, что возможно хорошая идея будет, если отключать электронные аппараты во время поста, чтобы не настолько отвлекаться в течение дня. Как вы считаете, Владыка, насчет этого? Ну, это зависит от того, насколько человек связан с этими аппаратами, поэтому я не могу всем это рекомендовать, но мы, во всяком случае, мы можем сильно ограничивать их действия, их присутствие. Я, когда был приходским священником, в моем доме на втором этаже жила старая вдова одного священника. Она была глухая, как у старых людей бывает, и поэтому я всегда слышал, когда работает ее телевизор. И он работал очень долго. Потому что, ну, старушка сидела одна, и в какой-то момент я слышу, уже два дня, там тишина. Тишина, и я был даже как-то обеспокоен, я думаю, что, может быть, что-то заболело. Потом третий день она спускается по лестнице, я говорю: «Матушка, что же случилось?» Она говорит: «Что? А что?»
Я говорю, ну у вас телевизор не работает, что ли? Батюшка, пост. Все. Для нее вот так, так было естественно, да? Нет вопроса. Пост и баста, никаких. Вот так, такое свободное отношение. Но если человек должен для своей работы пользоваться, скажем, наши монахи даже, да, они работают и в пост, должны заниматься на компьютере, делать верстку для журнала или для книги и так далее. Они, конечно, ограничивают это, но пользуются именно для пользы дела. У нас просто как бы вопросы были направлены на то, что очень часто такое искушение, что людям хочется сесть и смотреть какой-нибудь фильм или сериал, или в интернете тоже, ну, бесполезными вещами, грубо говоря. Не очень полезными, скажем. Да, не очень полезными. Да. Ну, это можно заменить молитвой. Вот именно тут это показывает, что у человека достаточно времени для молитвы или для чтения духовного. Да? Это надо, тут опять-таки, я говорю, приоритет должен быть. Да? Если духовная жизнь является приоритетом, тогда, ясно, этот аппарат выключаю. Владыка, сейчас в том же интернете можно услышать много записей, где разные пресвитеры церкви рассказывают как бы про свои мнения, и эти мнения всегда очень разные, то есть насчет пользования интернетом. У молодых людей это часто вызывает недоразумение, так как нет определенной позиции к этому в церкви, ну, то есть это не слышно. У некоторых можно услышать, что присутствие молодых православных христиан на форумах интернета – это хорошо. Иные считают, что это крайне вредительно для души. Поэтому возникает вопрос, есть ли определенное мнение у церкви насчет этого? Как нам в германской епархии относиться к этому? 2-3 года назад я читал доклад на эту тему в Москве перед игуменями и игуменями, в каком я определил, как это должно, какое место это все должно занимать в нашей жизни. Именно определил так, что если оно приносит пользу, тогда я буду это применять. Если не приносит пользу для моей духовной жизни, или для общества духовного, духовно ищущих, тогда, если нет пользы, тогда и нечего прислушиваться. Мы, и я понимаю, что здесь высказываются разные мнения. Это показывает, что нет пока выработано никакого определенного взгляда на это, и не должно быть, потому что мы сохраняем свою свободу в церкви, мы не сдаем свою совесть и положим ее на полку, мы дальше отвечаем за свои действия, за свои мысли, чувства, и поэтому мы пользуемся тем, что полезно, что не идет вразрез с Евангелием. Если есть очень много вещей, которые идут вразрез, в интернете особенно, конечно, я их отключаю априори. А есть другие, которые где-то выявляются только по ходу дела, и тогда опять-таки я выбираю, полезно ли это или не полезно. Не буду ли я тратить больше времени на бесполезное дело. И так все, как раньше, скажем, когда не было интернета, я же выбирал, куда, скажем, я иду на какой-то концерт. Я иду на концерт, где играют музыку, которая мне нравится, да? А не какую-то, которая мне отвратительна. И так во всем. Я человек, созданный свободным, для свободы,
и пользуясь этой свободой во славу Божью. Это всегда вот ключевой момент, да? Чтобы все это, что мы делаем, было во славу Божью. Владыка, вот по личному опыту могу сказать, что часто тоже вот искушение такое возникает, что если человек включает интернет и видит там, скажем, по Ютубе, как популярный форум, там, видеороликов и так далее, что есть там записи якобы церковные, то есть там и священники, и богословы, и иногда и духовное пение, и богослужение, и так далее. Но искушение заключается в том, что можно открыть и посмотреть один из этих фильмов, и потом не остановиться, и продолжить, и в итоге уже, как вы сами прежде говорили, что можно 5 часов сидеть, не засыпая, а уже полночь. Если возьмешься за молитву, тут же заснешь. Да. Вот. Это показывает, что это от дьявола. Дьявол тебя держит при бодрости, пока ты делаешь безумное дело. Да? А когда только хочешь делать умное или полезное, то заснешь. Просто с виду часто кажется, что вот подобные видео и просмотры видео и чтение каких-то статей, что это хорошо. Но хорошо ли это на самом деле? Это может быть хорошо только в очень ограниченной форме. Потому что это все не настроено прямо на твое духовное состояние. А что тебе скажет священник, у которого ты исповедуешься, он знает твое состояние, да? Он будет говорить именно в направлении, которое тебе нужно. А такое безразборчивое смотрение того и другого – это просто потеря времени. Ты же, когда хочешь заниматься какой-то наукой, ты тоже ищешь то, что касается этой науки, а ты не смотришь просто все общее. Да? А здесь именно и в этих фильмах, и в передачах почти все это общее. Да? Это может быть полезно для кого другого в какой-то такой или другой стадии своего развития, но не всеобщее, да? Никто не может охватить человека полностью, да? И все его нужды. Нет, всегда будут какие-то особые места, которые ему нужны, и он будет искать в этом направлении, да? А не в какие-то общие места. Теперь мы перейдем тоже к очень важной теме, и это о желающих принять православную веру, или же тех, которые, скажем, недавно приняли веру православную через крещение. И что мы хотели сказать на этот счет, это то, что мы регулярно встречаем людей, которые имеют желание принять православную веру, или во всяком случае высказывают такое желание, и к нам в молодежном движении некоторые из них приходят. У них разное прошлое, некоторые из православных стран, но не особо верующих семей, другие из атеистических семей, третьи скандинавского происхождения, среди которых и лютеране, люди, окончившие теологические и философские факультеты. Почти у всех одна серьезная проблема – это отношение их родителей, прочих родственников, друзей и знакомых к ним и к православной церкви. Некоторые боятся реакции своих родителей. Другие уже имеют серьезные проблемы с ними насчет своей активности на приходе. Как нам избегать вражды с родителями в таких случаях и как нам себя вести с ними? Всегда надо себя вести разумно. Всегда учитывать обстановку, в которой человек живет, и будет ли ему
полезно или необходимо то, что он собирается делать. Вспомним святых отцов. Святой Иоанн Златоуст откладывал свое вступление в монашество ради престарелой матери. И так у многих святых, они ради родителей откладывали то или иное действие, которое они собирались совершить. На этом мы видим, что мы, естественно, несем ответственность за себя и за своих ближних. Когда для меня возник вопрос монашества, я готовился к этому 8 лет принятия монашества. И очень важная роль в этом решении, в этом выжидании играла присутствие моих родителей, хотя я не жил у них, но тем не менее, сам факт. И я сделал этот шаг только тогда, когда я знал, и так по совету моего духовника, что я иначе по-другому уже не могу. Я просто завяну, если я сейчас не уйду. Да? Но вот это две вещи, которые мы всегда должны взвешивать. Нужно ли мне это действительно в этот момент, или могу ли я снисходительно откладывать это на какой-то момент, когда это будет легче принято, или когда родителей уже не будет. Да? Поэтому каждый индивидуальный случай выглядит по-иному. Каждый должен рассматриваться именно как индивидуальный случай. Учитывать мы должны всегда, чтобы себя не лишить духовного развития, а с другой стороны, чтобы никого не оттолкнуть от церкви или вообще веры тем, что я буду делать. Да. Вот это не шокировать людей, а постепенно их готовить. Да. Причем очень важно, чтобы мы всегда помнили и напоминали всем, что наша церковь не национальная. Да, у нас, мы в русской церкви, но церковь всегда была многонациональная. И что переход, скажем, из протестантизма или католицизма в православие не означает, что человек становится русским. Да? Это надо априори всем подчеркивать. Мы не вырываем человека из своей нации. Наоборот, мы его возвращаем в лоно той церкви, которая была первоначально и в этих странах. Да? Если это не Исландия, которая просто там, где вообще никакой церкви не было. Но в других странах была православная церковь. Да? Здесь, в Германии, в IV веке уже было православие, да? Нету никаких вопросов. Поэтому национальный вопрос надо отодвигать. Это не аргумент. Это просто, конечно, мы где-то и с одной стороны, православие пришло в эти страны западные из-за несчастье России в начале 19-20 века, но это были люди, которые сохранили свою веру, которые пришли сюда, а с другой стороны, это была миссионерская цель, с которой Господь рассеял русский народ во многие страны, чтобы именно принести православие сюда. Пречествую, и мы пресвятые, и по фамилии, только древние естества нашего.
Божого, страдавши неизвестно, и к цели напополшися пречистая, вопрошся на Богу Троги Твоей Бог Слова, человека любви Россия, и Бога начальнику Ты Светлому нас тайно научи. На камень имя веры утверди, расшири вблизи уста моя на праве моя, возвесели Боса духами гаплети, не свят, як уже Бог наш, и не справит и паче Тебе, Господи. Песни Божьи, Господи, моя брата, тайна задеча, славная, благословенная, Богородица Ебо, примоления наша, и принеси Твоему Сыну и Богу на свете. Вершиная на гнездо казалась, Пасха Бога святая, Пасха таинственная, Пасха честная, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Господь сохранит тебя, Господь покров Твою дорогу, Господь Твою,
Hodní jsou všechny ožetě, vím, že v noši Gospod sochrání tě od celého zla, sochrání muši tvoje Gospod, Gospod sochrání chodní tvoje i svobodní tvoje okrání do věka, Gospodí promínu, Gospodí promínu, Gospodí promínu, tvoje sláva, cvíš se mě se tomu pokrýmní, prísnej do věky vypůkaný. Oče náš, žij si na nivě světa, světnice jedni tvoje, tak vidíte carstvo tvoje. Bůh tvoje, jako na nebesí, na zemi, chléb náš nasušný, dáš nám dnes. И остави нам долги наши, якоже мы распадаем доступом нашим, и не веди нас в искушении, но избави нас от Духа Богу. Яко Твое и Царь Твое, Сила и Слава Отца, и Сына и Святаго Духа, и Пресвятой Владыки Бога. Аминь. Владыка, такой специфический вопрос. Как понять, если этот человек, будущее, можно сказать, муж или жена, что это именно ваш человек? Есть ли какие-то определенные качества или ощущения, на которые нужно обращать внимание в этом плане? Я думаю, что в общении между людьми создаются определенные условия, которые показывают, что человек близкий или нет. И, конечно, это надо проверять, но такой лакмусовой бумажки нет. Я думаю, прежде всего, это сказывается в отношении к таинствам Церкви, к заповедям и к таинствам. Если два человека чувствуют, что это твердая почва, на которой можно что-то строить, тогда я думаю, что все остальное превходящее. И, ну, конечно, не надо спешить, но и не надо слишком откладывать. То есть тут просто чутье развивается само по себе. И в общении с другими людьми мы, естественно, устанавливаем какую-то атмосферу. И это дело, которое можно только почувствовать. Тут нельзя, нету никакого средства для внешнего измерения. Но я думаю, чем больше люди общаются не узко на какие-то одни или две темы, но на разные темы, тем легче будет установить, какая существует близость или может существовать близость в восприятии мира, восприятии самого себя и другого человека, и в том, насколько это может развиваться гармонично.
Да? Я думаю, что если один человек исповедуется регулярно, он достаточно знает свою душу. И может видеть такое же познавательное путешествие у другого человека. Тогда это хорошая почва. Скажем, естественно, человек, который одаренный в музыкальной области, он, скорее всего, может найти близость с другим человеком, который также, который не обязательно глухой в отношении музыки. Да? И это то, что мы испытываем в отношении музыки, мы можем испытывать эту гармонию, которую мы ищем. А это мы можем испытывать и в отношении и собственного сердца, и другого сердца. Я думаю, тут надо просто тихо прислушиваться к своему восприятию мира и к другому, к восприятию мира другого человека. Я думаю, все, что можно сказать на эту тему. Владыка, а стоит ли девушке делать шаги по отношению к молодому человеку? Я думаю, что они их все время делают. Я думаю, что для женщины почти естественно, врожденно кокетничать в какой-то форме, в какой-то мере. И поэтому, если другой человек внимательный, он это не может не замечать. И поэтому тут не надо особых, опять-таки, правил. Надеюсь, что наши девушки не будут делать это грубо. Я думаю, достаточно доверяю нашим девушкам, что они уже вросли в церковную жизнь в достаточной мере, чтобы не быть лошадями в какой-то обстановке, которая не терпит этого. Владыка, часто еще замечается, что не хватает как бы понимания самого таинства венчания, что как бы содержает в себе смысл самого таинства венчания. Вы не могли бы нам объяснить? Это я как монах совсем не могу углубляться в эту тему. Это надо спросить у женатого священника. Я, например, есть люди, которых я априори не принимаю на исповедь, потому что я знаю, о чем они будут говорить. А с другой стороны, есть люди, с которыми я общаюсь давно, которых я регулярно исповедую, и однако, когда они в исповеди касаются определенных тем, я им просто говорю, это не моя тема, иди к белому священнику. Да? Тут я должен знать свои границы, и они должны знать свои границы. Вот. Хорошо, благодарю вас, Владыка. Теперь у нас тема, можно сказать, совершенно другая и в то же время похожая. Это касается святых нашего времени. Наблюдается часто, что у современных людей как бы есть трудности воспринимать святых отцов как реальных людей.
И поэтому мы решили задать вам пару вопросов насчет именно современных святых. И, Владыка, я, наверное, не ошибаюсь, когда говорю, что вы знали лично преподобного отца Иустина Поповича. Святой Иустин жил в очень трудном периоде для православной церкви Югославии. Можете рассказать о своих впечатлениях от святого Иустина, как он противостоял духу времени и какое значение он имел не только для сербской поместной церкви, но и для всей церкви? Ну, отец Иустин был гоним с самого начала возникновения коммунистической власти в Сербии. И фактически он жил в затворе. Это официально не афишировалось, но фактически он десятилетиями не выезжал из монастыря, где он жил. И люди, которые приезжали к нему, проверялись. То есть даже мне только помогало то, что я как иностранец с другим паспортом и даже с иностранной машиной регистрации, когда приезжал туда, тем не менее, меня останавливали почти каждый раз и проверяли, допрашивали и так далее. И так тем более своими людьми они так поступали. Так что это было негласное такое заключение. Но он этим совершенно не смущался. Я присутствовал, когда он решил первый раз, по-моему, за 40 лет выезжать из этого, как это было на похороны одного архиерея, с которым он жил, был очень близок, тогда он поехал. И это, слава Богу, не имело никаких отрицательных последствий. Так он жил, и к нему приезжали тысячи людей, которые у него искали духовной поддержки. Он принимал целыми группами людей из этого, у них такое было, у сербов было такое богомольческое движение. Это возникло во время Первой мировой войны. И это были люди, которые вели очень сознательную христианскую жизнь. Это были большей частью простые крестьяне. Они приезжали, особенно по субботам, воскресеньям, приезжали большими группами, там, ну, человек 20-25, он их так и принимал. И я присутствовал при целом ряде таких встреч. Он часто меня просил, чтобы я вместе с ним и выслушал этих людей, и как-то и давал какие-то советы. И так что так он имел огромное влияние на общество, своего, на православное общество. И его ученики это переняли в какой-то мере, во всяком случае, те годы. Мы с теми отцами, с которыми я общался, которые были его духовные чада, ныне они все архиереи, мы с ними выезжали иногда в такие деревни, где жили эти богомольцы, как их называли, и там общались с ними. Он сам туда никогда не выезжал, он просто даже этот вопрос не возникал, чтобы он туда выезжал. Но его ученики выезжали. И у него было достаточно четкое распределение времени. Он каждый день диктовал свои творения, то он составлял жития святых, то догматику, то еще другие сочинения, которые он составлял. Это в этом, слава Богу, игуменья ему дала
одну монахиню, которая под диктат, под диктовку принимала его высказывания, и потом уже она отпечатала потом и передала ему уже на проверку. Так он работал постоянно, и он служил почти каждый день. Когда я приезжал, он всегда меня просил, чтобы я служил. И так его других учеников, они тоже, когда приезжали, они послужили, но большей частью он сам служил, потому что некому было больше. И только уже за год, кажется, до его кончины нашли иеромонаха, который потом уже пожилого иеромонаха, который потом перенял очередь в служении. А так он все время занимался творчески и принимал людей, кроме монахинь этого монастыря, которых тогда было, по-моему, около 30-35. Он помимо них принимал и целый ряд мирян на духовное руководство, на исповедь или на духовные беседы. Так что такой человек может иметь очень большое влияние на окружающий мир. Все в Сербии знали, громко о нем гласно никто особенно не говорил. Со мной было так, что когда я приезжал, покойный патриарх Герман меня принимал, и в какой-то момент он мне сказал, что я его личный гость, что я могу служить, где хочу, ездить, куда хочу. Это было совершенно ясно, что он знал о том, что я езжу к отцу Юстину. И на факультете это все знали, кто куда едет. И так что это была явная тайна. Вот такая. Владыка, а чем определяется святость на примере святого Юстина? Святость определяется жизнью по заповедям и в таинствах. Вот. Святой апостол Павел пишет святым такого-то города. Да? То есть все мы призваны быть святыми. У одних это выступает в более яркой форме, у других менее. Да? Что это фактически, это жизнь по Евангелию. А люди, которые посещали отца Юстина, знали ли они, понимали ли, что отец Юстин, он действительно преподобный? Я думаю, что они чувствовали, по крайней мере. Может быть, не могли это определить словами, но они это чувствовали, они знали, что человек, во всяком случае, высокой духовной жизни, и поэтому тянулись к нему. Мы, его ученики, мы его при жизни уже начинали называться преподобным. То есть клирики церкви, как вы говорите, ученики отца Юстина, они уже знали, да, по примере его жизни. Да. Да. Владыка, а как было возможно отцу Юстину делать такие резкие высказывания, чем он в том числе знаменит тоже, насчет, скажем, той богоборческой власти, которая тоже возникла в Югославии? Как ему удалось это сделать? И, ну, как вы сами сказали, что
он находился в затворе много лет. Как вы думаете, это именно из-за этого? Ну, он не скрывал, что он враг этой системы коммунистической, и что он ее никак не одобряет. В проповедях он достаточно ярко, это ясно, это высказывал. И, конечно, это не оставалось тайной для властей. Однако надо иметь в виду, что в тогдашней Югославии коммунистические власти отличались от советских. Здесь, в Югославии, не так резко преследовали церковь, не так ясно и ярко, и очень многое делалось, конечно, подспудно. То, что меня вообще приняли на учебу в богословском факультете, это многими рассматривалось как какое-то чудо, какая-то крайняя смелость патриарха Германа, потому что давление было постоянно со стороны Московской патриархии, которая жаловалась постоянно, что правил, которые Московская патриархия для себя определила, и поэтому поведение патриарха Германа в этом отношении было смелое, можно сказать. Тем более, что он мне в какой-то момент предлагал принять кафедру на факультете, и то есть все знали, что я тогда еще не был священником. А нет, я в этот момент я уже был священником, я был архимандритом, и что я клирик зарубежной церкви. Это ему не помешало, и в Советской России это было бы невозможно, немыслимо, да? То есть тут отношения были другие. И я думаю, что это и помогло в отношении отца Юстина, что его, даже тот монастырь, в котором он жил, этот монастырь не пользовался никакими привилегиями, но и не было ясного или яркого давления. Им могли власти отказать в каких-то делах, им дорогу не построили, там была очень трудная дорога в монастырь и так далее. Но это мы все принимали как нормальное, необходимое, никто не жаловался на это. Владыка, а каковы ваши личные впечатления от святого Юстина? Он был человек очень образованный, при этом оставался очень простым в общении, строгий в отношении монашества, но строгий в таком смысле, что он мог и шутить, и принимать любую шутку, и он был открытый для разговора с любым человеком, который приходил к нему с открытым сердцем и с желанием продвигаться в духовной жизни. У него было очень, ну как это видно из его сочинений, очень критические отношения к всему
европейскому, то есть неправославному, западному. Он хорошо знал мировую литературу, он, конечно, и знал особенно английскую литературу, он, однако, очень критически относился ко всему, что могло идти вразрез с православием. И это не только внешним образом, но и внутренне всякое, скажем, его отношение к экуменизму настолько яркое и однозначное, что показывает, что и внутри собственной церкви он видел те вещи, которые могут разрушать или мешать свободному ее развитию. Владыка, кроме отца Юстина, у нас еще и в нашей тогдашней поместной церкви, русской православной церкви за границей, есть еще и святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. Я знаю, что вы участвовали в его прославлении еще и в 1994 году. И, естественно, святитель Иоанн тоже жил при сложнейших обстоятельствах русской православной церкви за границей. И вообще для всей русской диаспоры, можно сказать, в рассеянии. И при всем этом ему удалось сохранить свои приходы и привести еще много людей к православной вере. Каким образом святителю Иоанну удалось сохранить верующих, и какое значение имел святитель Иоанн для русской церкви? Ну, святитель Иоанн, несомненно, был необычный современник. Его особенности многим мешали воспринимать его как пастыря, как священнослужителя. Однако многие из этих людей впоследствии смирились и увидели его святость. Именно отец Юстин говорил, что так в полушутке он говорил: мы в церкви не зря поем со святыми о покое, но не дай Бог жить с ними. Вместе преподавали в семинарии в Битоле, и отец Юстин рассказывал, что ученики были совершенно расшатаны, когда они выходили из уроков у владыки Иоанна Шанхайского, потому что он не держал никакой дисциплины. И это очень мешало другим преподавателям. Но, конечно, отец Юстин очень высоко ставил и ценил святителя Иоанна, и он поддерживал его прославление еще задолго до настоящего самого прославления. Многие, конечно, в зарубежной церкви соприкасались с его святостью и с его чудесами, которые он совершал. У нас наш викарный епископ владыка Агапит, его мать была исцелена по молитвам святителя. Я лично его не встречал, но я встречал множество людей, которые хорошо его знали и которые высоко его ценили. И в его жизни было немало таких моментов, которые показывают, что он совсем не был чужд и какой-то шутки или
какого-то юмора. Например, мне рассказывала, в женском монастыре во Франции была игуменья двухметровая, очень крепкая, она пела басом. И она рассказывала, что она, нет, они рассказывали, что она была единственный человек, о котором мы знаем, которому удалось уложить святителя Иоанна в кровать. Потому что святитель ехал из Парижа на поезде в этот монастырь, и когда он вылезал, он свалился, он запутался, а тогда были очень высокие ступеньки из поезда. И он свалился и разбил себе эти колени. И приехал в монастырь, и она, игуменья, потребовала, чтобы он лег. А он сказал: я никогда не ложусь и не буду. А она ему сказала: владыка, вы меня поставили игуменьей и сказали, что я имею всю власть в моем монастыре, поэтому я вам повелеваю ложиться. И он лег. Вот так, послушание. Интересно. Так что он такой был многогранный, многосторонний. И, конечно, в частности, в Дании я встречал целый ряд людей, которых он вывез из Китая в свое время, которым он выхлопотал места в разных странах. В Париже он просто пришел в Министерство иностранных дел и потребовал, чтобы выдали визы для его посольных. И они там сказали: да-да, мы это сделаем, все. И он сел и ждет. И пришло время обеда, а эти служащие ему сказали: знаете, мы сейчас должны запереть, мы идем на обед. Он говорит: идите, я буду сидеть. И добьется этих виз в кратчайший срок. Так что он действительно был необыкновенный. Владыка, это касается русского зарубежья. И мы же знаем, что в течение 74 лет Россия была под властью коммунистических богоборцев, и в связи с этим огромное количество православных, в том числе людей, вынуждены были покинуть страну. Они рассеялись по всему земному шару. Вы знали много из таких людей. Не могли бы вы нам рассказать о них, чем они жили, как и какие трудности преодолели, как церковь вообще могла выжить и устоять в такой обстановке? Люди жили любовью к России. Они жили, как мы говорили, на чемоданах. Они жили надеждой вернуться в Россию. И даже когда это уже казалось невозможным, немыслимым, они продолжали жить этой надеждой. Они жили своей верой, и церковь был связующий элемент в их жизни. Все они жили как могли. Одни работали простыми рабочими, хотя были генералами и полковниками. Другие жили, работали где-то на фабриках, хотя были профессорами. Все это было. Немногие устроились действительно по названию, по профессии и так далее. Но они все жили внутренней жизнью и внутренней гармонии. И церковь была то место, где они всегда встречались, где они и участвовали в таинствах, но также и имели социальное общение. Владыка, сейчас мы обычно видим, что при трудностях очень легко и хочется даже сдаться. Как нам взять пример с тех людей, которые всю жизнь жили в неопределенной и тяжелой обстановке, но никогда не сдались?
И именно тех, о которых мы сейчас говорили. Именно тем, что мы надеемся на помощь Божью и знаем, что другой помощи нет. Да? Что мы именно через таинство Церкви общаемся с Богом и понимаем, что все, что на земле, это временное и для нас проходящее. Владыка, вы не могли бы сказать последнее слово молодежи? Желаю всей нашей молодежи, чтобы они держались своей отеческой веры, той веры, которой держались люди и в тех странах, где мы находимся здесь, в Западной Европе, в которых в первые века православие была та единственная церковь, которая существовала и существует. И нам не надо смущаться и стесняться ни своего происхождения, ни своей иноковостью. Мы не смеем быть от мира сего, но мы имеем пребывающий град на небесах. Благослови. Избави вас, Господи, 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 услыши глас мой, да будут души твои, не лучше глас у моления моего, а через закон не нарушай, Господи, Господи, кто Господи, Господи. Ты же бессмертная жизнь сподобен, и дарите насущного и сокрестносущного, Отцу безначальному родителю, Сына и Слово живот отца Христа проповедованный всех, кто прав огненным твоим языком, попалил, если то шлисты славни, отгнав от церкви Христовы, Алия, и божественными словами все просветили все, благо чистивых сердца мудрых, поклонят ты со Троице Божией, но в существе. Имя ради своего потерпевшего, Господи, потерпи, душа моя, слово Твое, упала душа моя, а он на Божьем сорока, яко река Божия, наполнена Бога духовной, явился и си пречудне, Бога Духовными учениями, и набирается полное все исполнение, погружаю собой видеть его, учиной божественных Христове Отче, и в глубине благоразумений, ты, Бог премудрый, единосущно вооружившему Отцу, владыку Христа проповедуй, дал мне си, божественный Афанасий, пред Богом. Хвалите Его по множеству, величествия Его. Пасху честную и святую Христос нам озари, придите все просветимся душами. Всего ныне день Востия, все радуйтесь и веселитесь. Глаз восьмый подобен опи славного чудесе, хвалите Его в гласе трубне. Хвалите Его в сантире Его, усле, блаженне Богови чрияколе, три слова гласанье Господе, Отечеством не бреглися угождение и любви, оставлю Божитие смущение, мысленное же пришед моле, сие возмутил еси благочестия учений, и зарями твоими примерными твоими Богу блажение. Хвалите Его в теплой лице, хвалите Его в струнах и органах, аминь. Слово Самовича Иакове, начальника жизни, и Отцу будущее угождает деяний,
Исмаила всескверного, Девица блажения решил еси, Чего яко Бога меняюща, Его жизнь запял еси. И много показались и отеческого покрова, Благословение же и наследие не причем.